много другое. Если у вас есть какие-нибудь эпилепсии, обратитесь к поддержке YouTube. Это видео не хочет никого сказать, нет, опасно. Йо-йо-йо, здоровочки! Мы сегодня будем играть в Fortnite. Как я и говорил, в комменты вы написали, чтобы я поиграл в Fortnite нормально. Ну, давайте. Да, ребята, я вам говорю, это реальный Fortnite. Я не могу сказать этого слова. Так, пригласить друг. Он еще не установил это приложение. А, вот этот чувак. Ну, ребята, пока не обсудить вот это строго, я уже вот абсолютно... Это может занять несколько секунд. Так вот, ребят, я сразу же это оценил, потому что, ну как же без этого, ну как же без Fortnite? Как же без Fortnite на телефоне? О, все, поехал. Ребята, обсуждаю строго. У меня пока что нубский аккаунт, потому что я не покупал там никакие скины, там многое, там всякое, там... Ну, ребята, я вам обсуждаю, ведь игра Fortnite это довольно популярная. Это чем-то между Brawl Stars и Злоба. Понятия не имею, откуда это. Так, все, давай, загружайся. Блин, мне придется ставить это видео на паузу. Ребята, я только поставил на паузу, мне уже загрузилось, и мне подарили какой-то предмет. Ну, давайте получим. Правда, в последнее время... Да, блин, я помню. Вот из-за этого. Так, давайте все это вот это. Потом вот это. Потом вот это. Да, блин. Потом вот это опять. Потом вот это сколько можно. Я уже больше не могу, реально. Да, блин. Сейчас. Вот, сохраняем все это. Сохраняем. Блин, ребята, вы уже давно заскучились по прохождению Fortnite? Вот именно она сейчас будет. Так, во что мы поиграем? Давай в одиночку, потому что мы как бы будем выживать. Так, у меня пока что нету никого. Ай, все, поздно уже. Мне такой экран. Да, в прямом смысле этого слова... Я не хочу никого оскорбить вот этого видео. Тики пипец. Да, у меня уже два есть популярных игры. Fortnite и Brawl Stars. Вообще-то, Brawl Stars идет на телефоне и на Nintendo Switch. Но все сразу же обсудили. Можно, конечно, вот это, черт возьми. Стрелять по таким и просто автоматически стрелять. Сюда вещу поза. Короче, мне это нравится, эта игра за дерзость. А ты чё стреляешься? Так, тебя давай, удавись-ка. Так. Вот это. И короче. О, можно показать. А, ну вот это всякое бла-бла-бла. Так. Давай. Опа! Видно дело. Так. Шам ему вот это. Бэм. Видно дело, что я играю только на телефоне, потому что у меня есть уже три аккаунта. Первый это с PlayStation. Третий. Второй это с... Nintendo, а третий это с телефона. Правда, мой аккаунт называется Pac-Ban. 2010, Pac-Ban 2010. Да, я специально ввел такой ник Pac-Ban, то есть, потому что я буду всех банить. Но ведь у меня имя Pac-Ban, значит, я буду именно банить всех. Pac-Ban, зачем ты это сделал? Так, ладно. Вот мы приземляемся здесь. Да, кстати, хочу объяснить, что качество вот такое вот, правда, в прямом смысле. Нажимаем крестик. Капец. О, мне дали 8-й уровень. Обалдеть. Да-да-да, вам не послышалось. Игра Fortnite на телефоне. Кстати, как я обманул создателя Fortnite? Все просто. Я, короче,
установил Epic Games, установил сам Fortnite, и пожалуйста. Видно, трудно обманывать всех, там многое, там прочее. Ребята, в прямом полезном смысле. О, можно. И, кстати, если вы увидите там врага, там, типа, читера, хакера, там, неудачника, то ваш пистолетик на телефоне автоматически стреляет. Вот в этой игре. На телефоне только. Потому что, блин. Ребят, сори за технические неполадки, потому что, ну, как понимаете, у меня сразу пауза. А паузу я вообще не люблю, капец, как я не люблю. Так, ребят, кто думает над такими? Так, не покидайте просвета в буре. Последний выживший побеждает. В этой битве может быть только один победитель. Ясно, Fortnite. Ясно, собой. Ну шо, ко сюда, шок. Да, кто не думает над такими вопросами? И в последнем моменте только все сработало, как раньше. То есть начинает. Поехали убиться. Да, ребят, последнее время у меня все чаще выходили новые видосики. Это в последнее время. Ну, понимаете. Ну, вы поняли, да? А, короче, у меня есть такое предложение. Я, короче, записываю видосики, а тут вот так. И прямой смысл. Да, мы знаем, что вот здесь там серенькая. Какого хрена тут флаг стоит? Давай тут стрелять. Так, валим отсюда. Валим. Нужно найти оружие. О, пистолетики. Мотофакаретики. Харе, тебе стрелять, понятно? Все, успокоился нормально. А дробовик мне нужен. Поехала тут здесь. Ого! Тут скотина. Сюда. Автоматическое вот это. Да блин. Ясно. Придется потратить все оружие на вот это. Автомат великолепный. О, сундучок. Видно дело, что кто тут. Впереди тут кому-то прыгать. В общем, вы поняли. Так.
Ребята, 10 минут ролика, это полезно хотя бы. Блин, господи, да куда ты идешь? Надо иди сюда. А, вот он. Вот скотина. Ох, постой, вот скотина. Ну все, давай. Блин, все. Пойдет за вот это. О! О! А вот это смехачили. Слава богу. Так, все. Наконец-то поправили. Нормально. Да господи, ты пошел. Во-во-во-во, поехала. Нормально. Аптечка. Вот это. Так, ребята, вот мы уже идем. Меня уже не было как-то часа. О, кто-то идет. Короче, сменилась влага в студию. А конь тоже в студию. Да. А конь тоже в студию. Бабочки в студию. Все в студию. О, меня уже кто-то стреляет. Все, смерть врага в студию. Я же говорю, что смерть врага в студию. Правда, в прямом смысле этого слова. Все, поправляемся, так сказать. Так, ребята, пока меня там не было, я там ходил, там искал врагов. Блин, я вот вспоминаю, Блин, опять меня кто-то замечает. Я вот вспоминаю стрим... Блин, я вот вспоминаю стрим Fortnite, там Болик. Поле у меня, конечно, качественный. Тут, конечно, тревожная музыка, блин. Что мне делать? Мне что, трындец? Мне трындец. Опа, шпион. Тебя нас никогда не остановить. Нас никогда не остановить! Прощай! Лази навсегда! Прощай! Лази навсегда! Ты нас предал! На помощника этот! Да вас столько шпионов, я так не выдержу. Молодец. Правильно делаешь. Не вздумай. Жесть. Я сейчас погибну. В общем, ребят, я убит, и меня этот чувак сказал, что я лох, меня ноль подписчиков. Да, все натыкаются на мемы и спутают. Ладно. Если вам кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там всякое бла-бла-бла-бла-бла. В общем, всем пока, ребяточки!